Всем привет! И кто бы вы думали, с вами снова я. И хочу с вами распаковать четвертую коробочку. Три у нас еще с вами на счету. Четвертая коробочка от New Beauty Box. Она еще не распакована. И я хочу начать с этой. Давайте ее вместе распакуем. Посмотрим, что там внутри. А потом уже перейдем ко всем остальным трем, которые я уже попробовала, и чтобы я могла уже вам рассказать, не просто показать, что внутри, а рассказать, хорошие ли средства вообще, как они работают, если, ну, в общем, есть ли толк что-то такое подобное заказывать, или в этом нет никакого смысла. И давайте поближе вас поверну, и будем смотреть, что внутри. Итак, давайте приступим к распаковке. Мне прям само не терпится, я вот ждала только вас. А, так, это у нас низ коробочки. Так, сейчас. Нет, тут не низ, тут даже не поймешь, как, где. Где край вообще, непонятно. Ладно, давайте так. Просто реально непонятно, где вообще начало коробки, а где ее конец. Он как-то должен раскупориться. Вот. Так, а это был... Ух ты! И это у нас, я так понимаю, дно. Опять. Опять я не угадала. Так, сейчас. Да, это дно. И опять я не так распаковала. Но дно мне уже нравится. Ну вот, друзья, наконец-то я ее оттуда вытолкала. Посмотрите, какая красивая, просто чудо. Она такая какая-то, что-то в ней такое вот с острова есть, да, только моря не хватает. Такой розово-золотистый песочек, пальмы, что-то такое прям вот ух. И давайте ее с вами откроем и посмотрим, что же внутри. Та-дам! Ой, честно говоря, учитывая, что предыдущие три я уже открыла, это первая из четырех коробочек, которые я получила от New Beauty Box, которая так оформлена. А предыдущие коробочки не были оформлены вот такой вот розовой ленточкой, и вот такого прям вот, ну, красивого оформления не было. Было просто все уложено компактно в коробку. Давайте разворачивать скорее. Смотрите, здесь такая интересная маленькая табличечка. Ты прекрасна снаружи и внутри. Ну, как всегда, такие приятные девчачьи мелочи. Давайте разворачивать. Кстати, видите, сверху еще лежит, я так понимаю, лак. Возможно, что это какой-то сюрприз, который не входит в список. Но мы к нему вернемся. Вот так вот. Такая шуршащая бумажка розовая. И давайте посмотрим, что же тут внутри. Тут, как всегда, такая открыточка и полный список того, что находится внутри. Можете остановить, кому интересно, да, ознакомиться, посмотреть. И сейчас мы с вами будем смотреть. Я буду называть цену. Да, и можно прикинуть, полноразмерная эта версия, либо это пробник. И также хочу напомнить, что одна такая коробочка стоила мне 990 рублей. Так, сверху тут у нас рекламные брошюрки. Вот такие вот. Ну, тут можно ознакомиться с какой-то новой продукцией, познакомиться с ней на сайте. Так, и уже идет наполнение. Я уже эту масочку, помимо того, что я ее купила, я вам показывала ее в обзоре огромных покупок из аптека.ру. Также эту масочку мне положили еще в другую коробочку. Так что будем с вами, когда обозревать другие коробочки, вы ее тоже увидите. Так что у меня уже запасик, и мне кажется, она крутая. Так, давайте скажу,
Значит, она стоит 124 рубля. И, в принципе, то есть тут не скажешь, полноразмерная она или нет. То есть это вот одна такая маска стоит 124 рубля. Вот, я пока еще не пробовала. Буду пробовать, потом вам расскажу. Может быть, даже в каком-нибудь влоге мы с вами ее вместе сделаем. Собственно, вот такая акулья сила. Акулья сила маска для лица с яблоками и сливками. Стоит 90 рублей. Мне кажется, не бюджетно. То есть здесь получается объем не написан. Ну, вот такая маленькая штучечка, да, по сравнению с предыдущей, мне кажется, дороговато. Ну, возможно, ее здесь можно использовать на 2, а может быть и на 3 раза. 10 миллилитров. Вот. Попробуем с гиалуроновой кислотой омоложение, увлажнение и питание. Будем пробовать. Дальше, собственно, вот этот лак мне попадается. Так, сейчас. Лака здесь нету в брошюре. То есть, возможно, это такой бонус, подарок, который не был заявлен изначально в коробочке New Beauty Box. Да, это, так, здесь написано, значит, Sally Hansen Complete Salon Men Manicure плюс кератин, лак для ногтей. Ну, видимо, какой-то лак для ногтей с кератином. У меня такого никогда не было, да и, как вы знаете, я не пользуюсь лаками для ногтей, но пригодится для творчества. Посмотрим, как хорошо себя поведет этот лак в творчестве. Так, дальше вот такие вот три, нет, четыре масочки. Так, они все в коробочках и все разные. Вот такая вот и еще вот такая вот. Потрясные. Я еще не знаю, что это и как каждый из них работает. Сейчас я вам прочитаю. Но я уже в таком балдежном предвкушении, потому что слышала на них отзыв и говорят, что очень хорошая. Так, красная теплая маска для лица, глубокое увлажнение. Так, цена 89 рублей. Я так понимаю, что за одну коробочку 89 рублей. Здесь 15 миллилитров, они все одинаковые. Вот такая вот интересная. Чем-то похожа на кетчуп. Такая же баночка. Так. Дальше у нас вот такая голубая омолаживающая гель-маска для лица. Тоже 89 рублей. Они все по 89 рублей получаются. Омолаживающая гель-маска, тоже красивенькая. Дальше у нас идет овсяная маска на козьем молоке. Вот такая вот. Тут, кстати, вот написано для сухой и чувствительной кожи. Тут вот с натуральными ягодами клубники. Термоэффект. Это теплая маска. Здесь с гиалуроновой кислотой, с экстрактом ириса. Здесь получается на козьем молоке для сухой и чувствительной кожи. И вот это вот у нас теплая маска для лица, питание и тонус кожи. Значит, с натуральными ягодами смородины. Термоэффект. Получается две теплые маски и две обычные. Так, дальше. Вот эти вот красивые масочки, которые мне тоже попались в другой коробочке, которые мы с вами попозже другой день рассмотрим. Значит, эти маски, они идут комплектом из 4 штук. То есть это такая пластина из 4 таких вот полуяичек. Вот у меня две. Получается, 4 штуки стоят 739 рублей. Это отшелушивающая маска пленка. Тоже, может быть, с вами как-нибудь попробуем. Они такие твердые, ну прям, я не знаю, бумага это или скорлупа, прям, ну выглядит круто. Вот.
тоже с вами как-нибудь попробуем во влоге. Дальше вот такая вот штучка. Это у нас цена 430 рублей за вот такую вот. Я так понимаю, что вот это и есть полноразмерная версия. 430 рублей. Увлажняющая маска для лица с клюквой. Me & Co. Компания. Здесь то, что изображено в брошюре, изображен такой же флакончик. То есть, мне кажется, это полноразмерная версия. Вот. Интересная штучка. Попробуем. Так, и большой у нас остался. Большой флакончик. Так, вот такой вот прям гигантский. Это, я так думаю, полноразмерная версия. Стоит 820 рублей. Это Биофолика термомаска для роста и регенерации волос. Это для волос. Биофолика, это, мне кажется, что-то корейское. Да, потому что и символы здесь такие красивые. И вообще все такое прям ух-ух-ух. Так, сейчас посмотрим способ применения. Здесь, кстати, производитель Китай. Вовсе не Корея, не Япония, а Китай. Ну, попробуем. Не стоит недооценивать китайцев. Они все-таки тоже делают косметику. Не только чужие бренды повторяют, но и свою тоже косметику делают. Еще также здесь вот такие интересные пробнички. Так, это у нас вот такая брошюра. И внутри маленький пробничек, маска-пленка для лица и шеи с муцином улитки. И здесь, видите, подробное описание, прям все как работает. И какие у них еще есть средства, что они производят, какие есть виды. И вот их контакты. И также вторая брошюрка, точно такая же и такой же. Крем, маска-пленка. Вот такое наполнение. Мне кажется, очень даже хорошее, достойное. Очень интересные средства. Вот такая вот у нас просто чудо-коробочка. Вот такое наполнение. Очень удачное, мне кажется. Напомню, кто пропустил информацию, стоимость коробочки была 990 рублей. Цены я все назвала. Так что прикиньте, посмотрите, как выгодно или нет. Получается, мне кажется, что выгодно, учитывая стоимость вот этой масочки, которая чуть-чуть меньше стоимости целой коробочки. Вот. А мы с вами увидимся в следующих видео, в следующих обзорах. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Всех целую. До новых встреч.